Приветствую всех любителей видео подобного формата, и сегодня у меня для вас распаковочка заказа каталога 2020 года Oriflame. Всем спасибо заранее за внимание. Сейчас мы покажем наши две посылочки с заказом. В этот раз я сначала заказала вот такой большой заказ сделала, а потом еще небольшой мне дозаказик получился. Итак, открываем. Мыло! Вот так, вот такое у нас мыло. Коста-Рика Discover. Два мыла уже мы достали. Так. Вот один. Мыло. Мыло. Так, дальше что у нас? Хочешь открыть? Ну давай, одно откроем. Давай. Будем нюхать мыло новое. А ну, ассистент, понюхайте, пожалуйста. Так, как оно выглядит? Вот такой вот салат. Цветочками? Нет, заказ. Вот у нас таких мыло заказ есть. Так, заказали такой кёрлер для ресниц. Дальше, следующее у нас еще мыло. Вот такое, Калифорнийский бич, это новинка. Пляж Калифорнии. Открыть такое мыло еще? Ну, а такое, наверное, еще одно мы можем с тобой открыть, потому что я заказывала тебе два. Вот такое Коста-Рика, да, и такое Калифорнийский пляж. Так, сейчас мы сейчас посмотрим, сколько у нас его всего. Будем выкладывать. Так. Дальше, так. Раз, два. Аккуратно только. Не трогаем. Три. 4, 5 и 6. Это у нас таких под заказ много мыл. Такое. Пляж Калифорнии. Сейчас мы откроем, еще понюхаем новое мыло. Пляж Discover, пляж Калифорнии, да. Пахнет морем, да? Да. Водичкой пахнет морской. Очень вкусный аромат. Он такой сладкий и морской. С таким привкусом. Очень вкусное мыло. Так, ну возьми еще упаковочки и будешь в него упрятать, чтобы оно не выветрилось. Хорошо? На, забирай. Так, это твое. Так, у нас вот уже в заказе получается было 4 мыла. Таких и 6 Калифорния. Так, далее. Сразу очень хочу рассказать вот про этот дезодорант. Extreme Active Boost Activel. Просто роскошный дезодорант. Антиперспирант. Я сейчас пользуюсь шариковым, и я просто не могу нарадоваться. То есть я ранее уже покупала в Oriflame, еще когда была старая серия, и ни один дезодорант не давал мне такой надежности. И он, кстати говоря, именно вот этот дезодорант не отпечатывается практически на одежде, он нет у него вот этого белого порошка. Просто отлично работает, он сухие подмышки, прекрасные, вообще летние, самую жару 32 градуса и больше выдерживает, и просто, ну, я не могу нарадоваться, поэтому я порекомендовала своим клиентам, заказали, это я для себя такой спрей заказала, также для моей клиентки спрейчик такой заказала. И также еще для одной клиентки шариковый, она любит шариковые дезодоранты. Такой шариковый. У меня сейчас вот такой шариковый. Это просто, ну, вау, честно. То есть лучше, чем я пользовалась всегда Рексоной. Больше доверяла ей. Но это вообще небо и земля. Это намного лучше. Всем советую попробовать. Для летнего периода, для занятий спортом. Ну, просто супер. Так. Такие дезодорантики у меня. А, и, кстати говоря, насчет аромата, кто любит такие достаточно нежные, он практически неощутимый потом на коже, не перебивает запах вашего парфюма, работает идеально. Вот такой вот прекрасный антиперспирант я советую всем.
Так, далее у меня в заказе вместо платы за доставку вот такая вот пена для ванн. Она была к Новому году когда-то. Вот такая Би Мэри корица. Вот такая пена для ванн. Далее в моем заказе, конечно же, содержится масло чайного дерева. Средство от комариных укусов. Работает, мне заказали вот такие вот. И это у нас... Показывать я вот плум слива. Показывать не буду, это для клиентки. Не буду ни трогать, портить упаковочку. Вот такие тени. Далее мне также заказали вот такую прекрасную пудру для лица Giordani Gold. Ну, это вы видите, что упаковка, что даже содержится SPF 15 в этой пудрочке. Просто идеально. Это, по-моему, оттенок натуральный. 31809. Вот такую пудру также заказали. Ну, это вы знаете, клиенты, которые себя любят. Как я их называю, это прекрасный выбор. Для всех. Также содержится у меня в заказе набор пробников и каталог. Маленькие прекрасные пакетики. Так, вот тут в пробниках есть еще какая-то новинка. Наверное, туалетная. Сейчас посмотрим, какой именно это пробник. Так, это у нас Divine. Женский Divine голубой. Туалетная водичка. Вот такой пробник, не новинка. Так. Далее пробник New Age, дневной крем. Так, ага, также для себя я заказала вот такой вот антисептик для рук, Hand Cleanse Gel. Говорят, что содержание спирта в нем не такое, 35%, вот здесь написано. Считается, что должно быть не менее 60 для хорошего антибактериального эффекта. Но тем не менее, он в любом случае может выступать как антисептик, когда вы не можете помыть руки. И тем более, что в нем хорошо, что все-таки спирт содержится, 35%, тоже немало. И он не сушит кожу рук, так как сушат обычные антисептики, от которых вообще сразу же руки стянутые, и потом хочется нанести какое-либо увлажнение. Этот гель будет работать совершенно иначе. Но почему-то я не очень понимаю, почему так мало спирта, так как в предыдущей версии, которой я сейчас до сих пор пользуюсь, содержалось 68% спирта. Могу даже показать сейчас. Так, вот ранее я покупала еще раньше вот такой антибактериальный гель «Чайное дерево и мандарин». Во-первых, тут просто потрясающий аромат и действие. И вот тут содержалось у нас 68% этанола денатурированного. Конечно, это вообще бомба была. Ну, этот гель я тоже буду так же использовать, как и этот. Сейчас понюхаем, чем он пахнет. Представлено, что это у нас кокосовый должен быть аромат этого гельчика. Так, вот такой он. Ой, я уже его вижу. Вот он такой гелеобразный. И понюхаем с вами. Так. Так, ой, очень яркий выраженный аромат кокоса. Даже кокосовый вот этой вот ближе, которая идет уже к стружке, ну как стружкой, кокосовой стружкой пахнет, такой сладкий вкусный аромат, очень кокоса. Так что вот такой гельчик, я думаю, он вполне может заменить нам
и такую предыдущую версию. Хотя тут, конечно, спирта 68%. Так. Итак, далее, что у меня еще содержится в этом заказе? Вот тут я купила много-много-много пакетиков. Много-много-много пакетиков. Также содержится у меня в заказе два новых каталога. Новый каталог, номер 10. Очень красивая обложка с продукцией. Так, одна коробочка уже у нас пустая. Так, есть еще вторая. Я открыла свою вторую коробочку с заказом. Это у меня дозаказ к вот этому всему заказику. И также я так настолько хорошо разрекламировала этот дезодорант, который мне очень понравился, что мне заказали еще один, поэтому сделала дозаказик. Так, далее, вместо платы за доставку, как оказалось, я взяла еще одну пену для ванн такую. Ну, это всегда не только для себя, но и отличный подарок, такая пена. Далее, у меня в заказе такой вот крем для рук авокадо. Очень приятный аромат и очень хорошее действие, питательный. Вот так он красиво выглядит. И классно работает, как и все крема для рук от Oriflame. Далее у меня в заказе еще два мыла Коста-Рика. Два мыла Коста-Рика. И еще два мыла Дикая Камчатка. Камчатки. С ароматом Камчатки. Тут и можжевельник аромат, и таких ягод. В общем, очень тоже интересный вкусный аромат у этого мыла. Так. Главное, что и упаковка. Все-все-все очень красиво. Вот таким у меня получился заказ из 9-го каталога Oriflame. Всем удачных также приобретений и покупок. Советую, конечно же, дезодоранты вот эти. Это прежде всего мыло, вообще отличная цена сейчас. Кремы для рук также очень классные. Чайное дерево серия очень хорошая. Вот. Всем спасибо большое за внимание. И всем пока-пока, до новых встреч!